внимание на экран. 352-й день войны. Вооруженные силы Украины отправили на концерт Кобзону 135 740 оккупантов. Приятного просмотра. И земля стекловатой. Ракетных систем залпового огня уничтожено 463 единицы и 2251 артиллерийская система. Та же участь. А продолжили потери оккупантов. Вертолетов 286 единиц, самолетов потеряли 295 единиц, беспилотных летательных аппаратов 1970 единиц, крылатых ракет 796 единиц. Продолжает этот список. Средства противовоздушной обороны уничтожено 233 единицы, специальной техники 211 и 5126 единиц автомобильной техники. Этот список продолжили боевые бронированные машины 6471 единица и танков 3258 единиц. Потери российского флота, корабли и катера 18 единиц пошли на дно. Слава Украине! Героям слава!